Принято изменение в закон об избрании глав муниципальных образований области. Выбирать их теперь будут представительные органы власти, и только из тех кандидатов, которых предложит комиссия по результатам отбора. По словам представителей партии «Справедливая Россия», это необходимый шаг. Очень много конфликтов у нас сегодня во всех муниципальных практически образованиях. Это конфликт между главой района, конфликт между главой муниципального образования. А вот чтобы это устранить, чтобы наши районы жили спокойно, я считаю, что это очень правильно и будет лучшая управляемость.